Таинство причастия. Что это? Как подготовиться к нему? Как проходит божественная литургия? Эти вопросы орловчане обсудили с отцом Олегом. Беседа стала частью большого инклюзивного проекта «Равные по духу». Всего запланировали 8 встреч по основам православия. Самые разнообразные темы. Это и духовная жизнь, воцерковление, ознакомление с православной культурой, с православной верой. Вот, прочие жития святых, праздники. Все это является темой нашего общения. На эти беседы приглашают детей-инвалидов по зрению, студентов-волонтеров и семьи, получающие услуги семейного МФЦ. Проект «Равные по духу» запустило Орловское отделение Всероссийского общества слепых при поддержке фонда сработничества. Так сохраняют и передают православные традиции, учат и воспитывают детей.